Вилка. Это было как шок.
Я полностью отключилась и ничего не помню. И только позже, когда я пришла в себя, до меня дошло, что я немного вышла из себя. Нарвались, они нарвались, я не хотела им прийти. Но даже если я их скупила, то у меня в этом обвинит. Они нарвались, я не хотела им прийти. Но даже если бы спеса я их скупила, даже если у меня в этом обвинит. Ой, я любила Яна Липшица так, что у меня замирало сердце. Истинный человек искусства, чувственный художник. Но он все время пытался себя найти. И каждый вечер он попутно находил Катю, Розу, Вику и Ингу. Но расстались мы из-за художественных разногласий. Он видел для себя жизнь, но я видела его смерть. Виновен Вилка. А-а. Поцелуй орла. Липшиц.